Как правильно постирать кроссовки в стиральной машинке и чтобы без последствий, при соблюдении определенных правил. Итак, первое, что нам нужно сделать, это вытянуть шнурки из кроссовок. Второе, это вытягиваем стельки, если они вытягиваются. Их мы стирать будем отдельно вручную. Как отправить их в стиральную машинку, нужно очистить обязательно подошву. Нанесли мыло, щеточкой потерли, оставили на 15 минут. Потом повторно потерли щеточкой, прополоскали и отправили сушиться. Есть одна маленькая хитрость, лайфхак. Чтобы убрать неприятный запах, есть одно средство. Берем обычную соду пищевую и добавляем внутрь наволочку. Кидаем туда кроссовки. Теперь они спокойно будут у нас стираться и не будет никаких проблем. Стирать мы будем обычным порошком, лучше, конечно, жидкий порошок.